Всем привет! Недавно ездил, смотрел два МТЗ 82-х, продает один человек, два по цене одинаковые, то есть по 300 тысяч он хочет за каждый, то есть на выбор хочет один продать. Нужны деньги. Увидите сейчас по видео, ну видео не очень качественное, то есть стояли в гараже, плохо видно. Кое-что сфотографировал, чтобы лучше было видно, понятнее. Ну, первый, который с задним навесным для трилевки, понравился. Мне понравился, но что-то меня останавливает. Хочу спросить у вас, что вас будет останавливать. Самое главное, смотря видео, послушайте, что говорит хозяин. И меня останавливает сам разговор хозяин. Что хозяин поясняет по данным трактора. Так что смотрите, комментируйте, пишите, хорошо, плохо, понравилось, не понравилось, что надо было снять, что не надо было снять. То есть ваши комментарии важны. Будем дальше снимать, что для вас интересно. Ну ладно, вроде все, смотрите. Дали, да? Это механизм я сам сделал. Вот. Для себя именно вот эти роги поднимаешь, а вот эти вот чалочки, вот эти вот, вот на них. Поэтому 3-4 хлыста делянок, когда разрабатываешь. Вот этот трактор утопленник был, он заводится с шарстартера. А вот этот первый, он под болгарин. Не-не, вот этот вот, он со стартера заводится, да? Да, вот. Стоял, это самое, целую зиму я его не заводил, но вот сейчас вытаскивал. Хорошо, завод до сего времени. Даже аккумулятор не разрядился, я его не шлему скидывали. Это я восстанавливал. А как давление у него? Остальное ничего не, это у него не сохранилось, я ничего. -то. Так я работал на него. Он мне устраивал. Такой, какой есть. Лес прививал. На этом тоже лес я прививал, но на этом я рубил трубы. Вот это вот.
коробку на 3,5 метра, 1,5 тонны поднимает. Это болгарка. Гидравлика. Я вот подъезжаю, раз бревно. Оп. А резину не менялись-то, его стояло? Нет, резина его. Все так, как и было его, да? Да, резина его. А масло что так бежит? Да там не масло бежит, там, наверное, солярка, скорее всего. Или это самое. А, из глушителя, наверное, да, так сечет, наверное. Ну, я не стал не заваривать это у него там. А это что стоит? Подогреватель, да? Я сделал сам обогреватель. Да, обогреватель. Зимой, чтобы там вот, самый тосол. Но у него протекает радиатор, я тебе сразу скажу. Вот, поэтому воду вот в этом тосол залит, а здесь я воду пью. То есть на воде сейчас он, да? Он сейчас он у меня пустой. А, просто завели, да, показать. Я просто завел, просто. Ну так какое давление показывает? Давление нормальное, не работает хорошо, масло не гонит. Вот. А какое показывает давление-то? А этот цилиндр меняли сами, нет? Да, цилиндр я поменял. Ага, новый стоит. Да. ВОМ работает, да? Да, цилиндр работает. Нормально навеска работает. Ну вот поднимает она. Вот я бревна поднимаю вот так вот. Это самое. Угу. А ВОМ? А? ВОМ. На косилку ВОМ. А, это самое. Отбор мощности? Да. Да, работает. Два положения. Какого он года? 92-го. 92-го года. Резина этот не радиальная, поперечная, да? Как он там идет, называется-то? Она может вся... тебе еще с Феррари резиновую? А при чем какая здесь? Какая была, такая и есть. Ну так я резина. И смотрю. Я тебе и говорю, это самое. Что была, что есть. Ну необычная, я про это говорю. Ну почему необычная? Как она была у него, родная резина, так и... Вот на этом, видите? Эту резину я купил уже. Этот трактор сам по себе. Он у меня, он еще в советском времени. Я его поменял. А этот не советского времени? А этот нет, это 92-го года. Это уже российского времени. А этот трактор советского времени. Это первый трактор. Вот. Этот очень хороший трактор. Вот я его переделал. То же самое тогда. В 91-м году я его переделал. Ага. Когда не было аккумулятора, вот я заменил пускач, его поставил, поменял плиту. Ага, просто так. Так какой-то городской, да? У него это самое. И он его просто утопил в этой самой озере там, по льду. По пьяни. Вот. Тоже плохо для трактора. Утопленник-то? Да. Конечно. Чего хорошего? И мосты, и коробка, и двигатель. Все я перебирал, все я вычищал. Вот. И после этого. Вот я на нем, он у меня, я лет 5 он у меня в рабочем состоянии был. Потом я уже бросил все это дело, это заниматься. Вот. Здесь не видно, особо на фотоаппарате сейчас фотографирую. Этот пускачевый, да? Ну тоже со стартерного перебрали. Да, это со стартера, это я сам переделали. Пускач переделывал. А-а-а. Здесь я тоже установил. Этот, да, обогреватель. Обогреватель, потому что зимой, это первый 91-го года, вот, не было аккумулятора, я поэтому и поставил. Пускач. Да, и зимой самые морозы, вот я под электричество ставил его. Угу. И спокойно заводили, спокойно, да? Спокойно заводили. Это тоже самоделка. Это все.
там обыкновенные тены стоят, да. А у нас-то уже стоят в блочные. Вот здесь это уже, да, это уже стали делать уже потом, это в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов начали делать. Вот. Ну надо перебирать. В городе что? В городе. Здесь вот очелок надо снимать, вернее там укреплять все это надо. Вот. Я за этим не смотрел. Имеется в виду, да. Они мне нужны были как рабочие, работяги. А этот двери нету? Я их снимал, давишь их на деляне, их давишь просто. Открываешь, потому что это сюда. На этом тоже 2,52. Лазишь. Молоко, конечно, да, сырые используют. Она более рентабельная, нежели чем овца. Так. Приехал сюда, вот это самое, просто вот. Это он как вообще называется правильно? 92-го года. Я тебе скажу, горный, он горный культиватор, он навесной. Мощный он, такой он разбивает эти самые. То есть он глубинный как бы, да? Глубинный. Он хороший сам по себе. Его можно вот целину. Вот это вот два. Вот этот самодельный. Подгусничный. Вот этот плужок лучше, хороший. От 75-ки вы имеете в виду, да? Да, от 75-ки располовину и 5 лемехов. Видите? Да вот, тогда вот я пахал, вот делали. А вот. Это? А это вот это уже экспериментальный. Этот российский. Но он гнется. Да мы уже загнули такой. Загнули его только по этому самому, по нормальной. Да, пусть уже по паханому. По паханому, да. Вот целину он не любит. Да, он легкий сам по себе. А вот это вот, вот он берет, вот даже хрен его знает, какие волны. У нас он уже кастрированный, вот так вот. Да? Да. Два ремикс. Да, третий уже завернули. Обычные делает, даже один делает ремикс. Да, завернули уже один. Такой вот словили. Ну, а это вот даже валуны хрен его знает какие. Пни вот копаются. Кабель стоял этот пасынок, уже старый, забитый за этот, и поймал плугом третьим корпусом. Вот этот хороший. Угу. А почем хотите? 50. А за тот? Тоже. Тоже 50? Ну, я бы его за так отдал. А этот? Вот этот? Ну за сколько возьмешь? Не, мне интересно. Я просто потом... Я за 60 отдал. За 60, да? Если ты занимаешься землей. А так он стоит где-то 120 тысяч. Отдал бы его за 60. Ну конструкция интересная, я не видел такого. Конструкция очень хорошая. Я тебе скажу. Если у тебя земля разбита, можешь даже не пахать. Я имею в виду, вот им прошел и все, как с пашкой. Но мы не пашем, мы зерновыми не занимаемся. Но у нас основное. Клевер ты садишь. Да, основное это сенокос. Да, потом сенокос это самое, наверное, землю равняешь и все. Да, будет.